Привет. Ириша пошла на море, а Инна еще только вышла из душа, попила кофе, и сейчас я пойду за вазой. Я пойду за вазой, а Иришка уже настиралась, все развесила, девка-то, и пошла к морю. Время 9 часов, а я-то же привыкла по этому, по времени-то, по, ну как, по какому? По московскому. Иринка будет на пляже номер 2, я приду потом к ней. А то скажешь, куда она дела Ирку? Скажет, все, уже снимает одна, Ирка идет. Посмотрите, я опять Иринку эксплуатирую. Ириша попутно моя пошла и вынесет мусор. Так, Иринка, я вчера с дуру-то закрылась, блядь, на позвонке. Ключи есть ли? Проверила? Да, проверила ключи, телефон, проверила маску, все проверила. Все, если тебе нужен Wi-Fi, подходишь к любому и говоришь, мне нужен Wi-Fi. Я тебя дождусь. Да, я, Ирина, я жду через час. Давай. Все. Так. В общем, не нужно до разобрать вещи. Сняли постельное белье, постирались. Вот эти вот вещи нужно до разобрать, повешать в шкаф. Вчера проделана очень большая работа. Вот, я очень много развешала, очень много сделала. В комоде прибрала. Сегодня прибрала в этом, как его зовут, вещи убрала многие в комод. Это же нужно было все пересмотреть, что куда. Осталось вот это. А что еще хотела сказать? Так, вот это вот Тикитекс, это на обзор мне нужно снимать. Это конфеты, целая упаковка. Так, в ванной прибрала, дораскладывала. Сейчас скажу. Ирке надо море. У меня там море всегда. Иришке-то нужно море. Она не может без моря. Здесь дораскладывала. Вот здесь. Сейчас покажу. Это же нужно все разобрать, это же такая мелочевка. Прокладки, знаете, как сказать, на верхнем пол. Здесь же все было пусто. Здесь то, все, пятое, десятое. Слушайте, сколько это нужно времени. И вот кофе варили сегодня, например, мы в новой турке на две персоны с Иришкой. Так, два раза уже машинка сегодня простирала. Привезла турку себе из дома новую. Ну, в общем, полотенце, сейчас у меня все есть, фольгу привезла. Очень много сейчас у меня уже сделано. И что еще больше предстоит, сколько сделать еще. Вот мне нужно сейчас разберу, пока жду открытия магазина, где вазы. Вот, постирали, развешивали. Иришка помогала, я частично. Магазин открывается, привозят товар. А Ириша моя уже прошла или нет? А, вот она! А я тебя смотрю. Пошла, вынесла мусор. Все. Так, подожди, секундочку, я тебе проговорю. Вниз до перекрестка. К Биму. Вот так вот, до площади. Мигрос. И все, ты на этот тюрка. Все, я тебя найду. Все. Ну, короче, мое доброе утро началось вот так вот. Так, я пошла за вазами, повторюсь, нужно доразвешивать вещи. Это Иришкина кофта, в которой она летела. В общем, занимаюсь делами. И кружку кофе я уже выпила, я уже вымыла голову. А время еще только 9 часов утра. Так, сейчас у меня попутно, значит, я сейчас дораскладываю вещи. Дораскладываю вещи вот эти, но это быстро, учитывая то, что я уже сделала. Иришка спала на диване, не расправляла даже диван, мы вчера так устали. Мы убирали подушки, Иришка тут спала. Так, дораскладываю. Ой, блядь, даже кофе нет. Дораскладываю, пойду. Как раз в 10 часов откроется магазин, принесу вазы, поставлю. И пойду к Иришке на пляж. Все. Спасибо, что вы с нами. Мои любимые, все. Я могу сейчас выдохнуть. Я завершила все свои процессы. В голове завершила. Господи, я разложила каждую вещь там, где она должна быть. Я по новой приняла душ, потому что с меня сошло 7 потов. В общем, время сейчас 20 минут 11. Я выхожу за вазой, за своей, за вазами.
В общем, так, тут это из Мигроса, как сказать, скидочный календарь. Нужно мне посмотреть будет. Буду смотреть за акциями. Купальник приготовила, иду на море. Иришка мне вчера его прополоскала. На море с собой беру влажные салфетки, сигареты с зажигалкой, семечки, штатив, вот эту вот кофту, ту журку, в которой я плавала в Таиланде. Собственно говоря, сейчас я разложила все. Все я разложила, все. Хочу вам похвастаться. Сейчас у меня вот столько вот много косметики. Обалденно. Я привезла свои любимые духи Шанель. Еще не распечатала. В общем, здесь у меня маска для сна. Здесь у меня телефон, потому что у меня будет турецкая сим-карта. И здесь у меня телефон. Здесь у меня, ну, что-то не знаю, что-то забыла. Впоследствии поставлю рамочку для фотографий, привезла из дома. Здесь косметичка. Здесь тут у меня какие-то, ну, тут для этого маникюрные принадлежности. Назар Бунжук. Так, постельное белье. Постельное белье сегодня сменю, вон сохнет. Это простыня на резинке. Не могу ее аккуратно сложить. Здесь, значит, у меня новые вещи, абсолютно новые. Сейчас я не буду думать, что мне надеть, потому что у меня будет много всего. Сейчас покажу, что у меня в шкафу. Возможно, это кому-то не интересно, но знаю, что многие хотели бы заглянуть в шкаф. Здесь у меня я привезла и халаты, и домашние комплекты, и для занятия спорта, и джинсы, и вот какие-то красивые вещи, в том числе и курточки, две куртку на тот случай, когда я буду уезжать домой, чтобы холодно не было. Куртка Bon Prix, в общем, здесь мои платья, в том числе и нарядные. Вот платье привезла, которое мне высылали на новогодний обзор. Мало ли у меня будет какая-нибудь тут романтическая вечеринка. Я должна выглядеть. Комбинезон привезла. Вот этот вот красивый. Помните, да, мне его на обзор этот Тикитекс привозил. Кстати, обзор Тикитекс у меня будет сегодня или завтра на канале. Мы согласовали дату. Это вещи из нового обзора. Я их привезла сюда тоже. Так, здесь у меня, смотрите, что лежит. Тоже вещи. Пока все лежит вот таким вот образом. Пускай несколько хаотичным, зато все расправлено. Здесь подушки. Новый плед с кружевом. В общем, буду всем пользоваться. Сейчас я не хочу закрывать створки. Полотенце спало. Сейчас я не хочу закрывать створки. Пускай маленько подышат вещи. Разойдется воздухом. Пускай разойдется воздухом. И так, конфеты. Сейчас я пошла в магазин за вазами. Здесь я все домыла. Кстати, сейчас вот я была в ванной и сделала себе скрабом из кофе. Слушайте, как кайфово. Подождите-ка, заверну полотенце. Все, замотала полотенце. Сейчас пойду в магазин, потом сразу на море. Так, здесь сохнет белье. Привезла даже с собой фартук. Инна Судакова, вот этот вот, как бы, ченнел. Это Иришкина полотенце, Иришкина кофта. Все выстирано, сохнет. Сейчас мне нужно сделать так, чтобы я пришла, поставила вазы и сразу же ушла на море. Поэтому сумку на море мы собираем сейчас. Так, сейчас я вас, мои хорошие, поставлю в штатив. Сейчас, секунду. Так, засунула вас в штатив. Стой, пожалуйста, стой. Так, значит, на море я беру семечки, влажные салфетки, сигарета, зажигалка. На море я беру... Так, ничего не видно, да? Так, на море я беру вот эту вот тужурочку. Я буду сидеть в ней, потому что я приду в самый санцепёк. Она с длинным рукавом, такая рубашка с длинным рукавом и с капюшоном. Получается, мне кепку можно не брать. Фух. Я раковину почистила, тряпочки все прополоскала. Господи, я прям выдохнула. Я прям выдохнула. Какие-то чистящие средства. Я все почистила, все, что привезла, все. И купальник. Купальник, переодеваться. Или в купальнике лучше пойти, потому что там кабинки, ждать. Так, вот эта вот резинка спортивная. Иринка сказала, на ноги, знаете, такая,
или на руки. Понимаете, да, о чем я говорю? Вон при мне ее присылала. О! Конечно же, когда у меня был обзор, я не знала, что это спортивная резинка, но Иринка сказала, будет заниматься. Будет утром ходить к бассейну заниматься. Поэтому, Иришке, я достала эту резиночку. Оставила ее на видном месте. Слушайте, как кайфово. Как кайфово, когда у меня... Вот сейчас у меня уложилось все в голове. Все уложилось. Сейчас мне нужно просто помыть пол и все. А, ну вот давайте я вам покажу, что у меня вот в этой тумбочке. Здесь скотч, который мы обматывали, сумки, ножницы, розетка, документы на... Здесь зарядные устройства, всякие провода. Тут такой хозяйственный ящик. Здесь ящик с личными вещами. Здесь у меня ручки сейчас у меня есть, наушники, батарейки, ежедневник, кошелек, это, как сказать, курилка моя. Вот это карты. Это карты, будем играть в цирк вечером. В общем, здесь у меня это лежит. А все, собственно говоря, все и показала. Привезла небольшие эти, бытовая химия Faberlic, поставила, чтобы было все. Все, мои хорошие, я вот прям выдохнула. Сейчас я прям выдохнула, я все разложила. У меня ничего нет такого, чтобы, чтобы вот что-то было недоделанное. Вымыть пол, так это ерунда. Поэтому сейчас, в данный момент, все процессы в голове у меня завершены. Я сейчас надеваю какую-нибудь футболку, шорты и пошла за вазой. Вот и все, вот и все. Вас оставлю дома. Потому что у меня на этом телефоне грузится видео. Волосы мокрые, чистенькие. Так, пускай здесь будет потоки воздуха. Пускай все то, что было помятое, будет развеситься. Растрясется. Вас люблю, целую. Хорошего дня вам, мои дорогие.